К другим новостям. Более 1300 проектов на тему ЖКХ и благоустройства номинировано в этом году на премию губернатора «Наше Подмосковье». Об этом сообщило информационное агентство РИАМА в Люберцах. Отмечу, данный проект, прием заявок окончен. Всех участников ждет третий этап конкурса. 1353. Ровно столько проектов подготовили участники премии на тему ЖКХ. С 13 по 20 июня авторы презентовали свои наработки, а уже далее на третьем этапе с 23 июля по 10 августа их будут оценивать члены экспертного совета. Отмечу, в премии принимают участие уже реализованные или реализуемые в настоящее время работы. Ознакомиться с каждой из них можно на сайте нашеподмосковье.рф. Победители будут объявлены в сентябре. Мария Антонова, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Мария Антонова, и вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых важных событий.